Ничего. Ты в прямом эфире, давай. Ра-та-та! Ра-та-та-та-та-та. Да. Рифат, иди. Шестерка. Как ты выбираешь, что сделать? Скажи. Я думаю, что... Сейчас. Антонимы и кино и все такое. Антонимы, да. Мне кажется, легче. Но только устами не знаю, как по-другому. Ну вот. Больше нету сока? Нет. Может только. А, морс есть, да? Ну, если а, делать надо. Ладно. Хочешь поешь или делать? Ну, нет, я просто... Я Рифату чай пью. Да мы скоро уже поедем. Ну, немного. Ну, давай. А, ну, вот ему хватит. Кино и все такое, что ли. А, время года? Кино. Нет, это время года? Или нет, это я объясняю фильм. А, давай. Так, а... Ёлки. Время года, очень старинный фильм. Военный. Лето 1953-го? Ну, вроде военный. Такой детективно-военный. Старый. Да. Про времена года. Штирлиц, там кто там. 10 годов Гренни весны. Да. А каждое утро по выходным показывали мультик по Диснею. Русалочка. Нет. Еще. Аладдин. ЧПДЛ. ЧПДЛ. Нет. А, Эдди, утка богатая. Ну, как его? Да. Да. Утиные истории? Утка богатая. Историю про... Ой, историю. Показывают сериал по СТС про мужика. Кухня. А, нет. И его семью. Воронины. Да. Нифига себе. Сериал там по НТВ показывают. Снимается... Не скажу, кто снимается. Глухарь. Да. Нифига вы. А по НТВ только глухарь показывает. Какой-то область НАТО, а завтра у Тифа нет, такие не знаю. О, Надька в прямом эфире, она вместе с нами. Надька, давай играть. Прожжет. Рифат, давай кубик. Кубик. Кубик, кубик, лети. А где кубик? Что у нас? У Рифата. А? Два. Дай кубик, кубик. Тихо, пусть, тихо. Пусть он возвращается. Мы еще здесь, скажи. Надька, приходи обратно, говорят. Сейчас... У нас тут чипсы, пиво появилось. Вошли в офис. Только мы, короче, тебя нету, и мы решили время вообще как бы... Если нам карта не нравится, мы ее убираем. Если как бы... Время, время, и мы всей командой большой дружно играем. Слушаем. Давай. Просвет. Наоборот, слово. Рот. Али. Нам. Ой, нап. Мокка. Тема какая? Ак. Тор. Ак. Нет, первая тор была. Рот. Нет. Рота. Рот. И тор. На. Рота. И нап. Слушай, надо знать, что делать, надо бумажку писать. Ага, хитрая. Еще раз? Да. Теперь тихо молчи. Рота. И нап. Мокка. Мокка. А комманация, Надя говорит. Нет. А, нет, она пишет. Нет, ак. Это мои сети. Ты попал в сети. Рота. И нап. Мокка. Мокка. Акком. 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 Мат. Акком. Мат. Где у нас? Рифат. Рифат. У них там борьба. Но не на жизнь, а на... Рифат, кубик. А, кубик. Два. Давай. Два. Блин. Три. Сейчас. В сумке. Ага. Я не могу. Все переворачиваю. О. Ого. А что у тебя с жестами? Рисунок. Сейчас кто-то реветь будет. Да, кто-то будет плакать. И это будет Рифат. Короче, рисуем.
Это рисуем и угадываем. Кеды. Тема такая. Кеды. Мать природа. Курица. Петух. Или цыпленок. Петух. Ну, нет, все правильно. Стадо. Курица. Рифа, да. Да, курица. Это выражение? Да. Курица. Ладно, яйца, пока Надь. Яйца снесла. Курица. Подожди, яйцо разбито что-то. Яйцо разбито. Мать природа. Хотя все-таки зачем? Что это такое? Яйцо курицу не учат? Все, давай. Эмбрионы. Что это? Это не... Это мозги куриные. Все, я молодец. Следующий. Кубик. Рифат. Кубик. А, Надя. Шесть. Опять что? Капец, девочки. Спойте песню, в которой есть любое из этих слов или его однокоренное. Нет. Давай. Я не знаю с первым словом даже уже песню. За одну минуту нарисуйте фразу с закрытыми глазами. Опять третий палец. Ну, с закрытыми глазами. Теперь никуда не убегать. Вот так. Нет, ну, в смысле, Лиля сможет это сделать? Нет. Ну, говори, пой. Да я первая. Ну, давай попробуем. Ну, давай. На, снимай. На. Там Надька теперь никуда не убегать. А, потому что Надька только ради тебя. Что сейчас подожди. Или она уже ушла? Она что-то не знала? А нет. Что, она не придет к нам больше? Нет. Сказала, давайте отдыхать. Коза. Ну, давай я рисую, да? Только не как сказать. А ты только закрывай глаза. Ну, я закрыла. Смотри, там мы это. Сейчас как принесем штуку такую. Ой, да отуди. Цветочек. Цветочек какой-то. Еще. Цветочек. Поле? Одуванчики. Васильковое поле. Еще дерево какое-то. Цветы нет. А я не знаю, можно говорить или Надька. Нет? Надька. Нет, наверное. Давай еще рисую, что там еще там. Ну вот этих вот здесь этого много. Это на жопе. Это на веник банный. Вот сколько это на кубике. Это на попе у вот зверя. А, это павлин, что ли? Да, его... Павлиний вот. Перья? Ну его... Хвост. Да, павлиный хвост. Да, лучше бы спела. Я слово стихи... Вот там надо, типа, слово стихи. Где слово... Какой песне есть слово стихи? Изгиб гитары, желтый... Эти говорит. Слова нельзя говорить. Такое умное! Спойте песню, в которой есть любое из этих слов. А, да? Или его однокоренное. Само слово преда... А, видишь, а стихи? А вот само не надо, нельзя поговорить. Стихи где? Ну, можно было изгиб. Желтый. А стихи, стихи? Стихи, ну, а подумать? Вот, подумка у меня не работает. Каждая... Да, а, давай дальше. Да. Ну, ладно, я вас догадаю. Рифат! Рифат! Дай пока мне кубик, пока иди. Я так и знаю, что один. Вам нужен кубик. Один. Верю, не верю. Все, иди. Играйся, Даша. Хочу в школу. Так ты играешь с детьми. Я в школу хочу. С вами нельзя? Нельзя с нами, мы взрослые. Иди сейчас домой, вот пойдем. С нами неинтересно? Переживания. Даже с вами неинтересно. Это такое выражение, два слова будет. Переживания, еще эмоции, и переживания. Кубик. Расстройство. Нет, вот это же эмоции, печаль. Переживания. Любовь, это что такое? Это чувство. Чувство. Те, кто ходит в церковь... Молятся. Да, чувства... Вера и любовь. Чувства верующих. Ну, оно тут подобное, да. Чувства верующих? Хотите второе слово? Да. Гипножаба. Гипножаба? Гипножаба. Что это вообще? Ну, вот я тоже не знаю, как это было. Гипножаба. Гипножаба. Слово гипноз и жаба.
Так, о, у нас появился кубик. Два. Блин, нифига у нас эти корни всякие. Но надо было еще тут найти где-то. Та вообще классно. Та-то да. Мастер природа. Блин, в детском мире там со скидоном, кстати, не были. Да? Дорого. Все равно. Дорого, да. А зал? Две где-то. Вот даже скидка. Больше. А скидки 200. Давай, наоборот, да? Да. Амзал потиц. Потиц. Амзал потицит. Смотри, амзал это лам... Плазма. Это плазма? Да. Вот нам плазма. Надо точно команды. Первый конец попу мы с Маринкой, а начало вы с Маринкой. И мы тогда можем все отгадать. Сейчас. Экивоки. Ты заказываешь в интернет-магазине? Что случилось? В Мосигра, да, там тоже, по-моему, их много. Или ты своему... Дай мне поджарить! Как вечер проходит? Не дадим! Пять. Пять это да нет. О, круто. Я люблю да нет. О, прикольно. Особенно никогда не пида. Как Тима? А, Тима. Кушать вот это. Это съестное? Ну, конечно. Это сладкое? Десерт? Мясо? Нет. Этим, а, это кушают, но это не сладкое и не мясное. Не, это овощ. Острое? Сырое. Из, да. Это, нет. Это делают овощи. Из животного? Нет. А, да. Из животного. Из курицы? Нет, не из самого же. Молоко? Мясо? Молочное? Да. Из молочное? Да. Йогурт, кефир, ряженка, снежок, мороженка. Не сладкое, что вы сказали. А, значит, кислое молоко. Кефир. Это, блин, это не сладкое. Творог. Это делается из молока? Это творог. Нет. Не из молока? Нет. Белого творога? Подожди, белого все? Это прям такое едят или это... Добавляют, это добавляют. Это масло? Сливки? Нет? Белое бывает масло? Так, добавляют... Белок? Закваска? Из яйца? Из яйца? А при чем тут молоко было? Нормально! Яйцо? Из яйца белок? Желток? Вы уже отгадали или нет? Да нет. Крем! Нет. А, это делается из яйца и молока? Тесто? Булочки? Это вам уже отгадали. Технолог, ну-ка говори. Из яйца и тесто. Ну это добавляется, вот вы сметану говорили, еще что-то. Закваска. Куда, да куда добавляют? А, ну, ты не говоришь. Я так не говорю. Что-то музыка много. Яйцо, молоко, из этого делают что-то и добавляют куда-то. Тесто делают, крем делают. Соус, майонез. Да, безе! Да, майонез! А. Яйцо, говорит, правильно майонез. Только молоко там нет. Вообще... А что много музыки? Где-то в двух местах. Морфей много. Нет, в двух местах музыка. И там вот и там пусть выключат лучше. Там у них там как-то они играют там. А... Выключи туда эту. А то нет, просто в двух местах, тогда в одном выключи. И мы друг друга не слышим, а когда слово наоборот, вообще не могу. Наоборот, слово плохо. Я тебе говорю, давай, ты конец, я начало. Ну, типа такого. Давай, давай. А что, кто? А что, кто, я? Да. С жестами. О, девочки, напилась сегодня. Вообще, хрю? Хрю-хрю? Нулевка. А ты знаешь, я как вчера реально шампанское выпила, так торкла, да, ржали на меня смотрят, нужно быть что дурная. Так. Но вчера я решила шампанское. Тема. Я устала. Кушать быть. Подано. Что, жестами? Да? Ну. Жесты. Четыре. Опять ёжик. Что, Свет, съедим? Съедим ёжика. Ну, это стадо ёжиков.
улыбка до ушей. То, что мы едим, это счастье. Счастливый. Счастливый часов не наблюдает. Это выражение? Кушать подано. Счастливые пельмени? Смайлики. Вкус смайлики. Счастливые пельмени? Капец. Думаю, вы бы не отгадали. Седьмая вода на киселе. Седьмая вода на киселе. Нет. Я бы не отгадала. Я бы что-то на Оле зависала. Осторожно. Нет, мы где? Ну, ты дополнительно должна это. Опять шесть. Самолеты. Самики. Короче, персонажи и персоны, но половина я не знаю. Короче, классно. Значит, ну кого знаю, девчонки? Она ведущая Дома 2. Бузова. Лошадь. Собчак. Да. Прости, Собчак. Сейчас я посмотрю. Умный, умный, и на фотографии у него рот открыт. Ученый давно-давно. Да. Значит, есть такой американский мультик, там вся семья желтая, и вот Симпсоны. И вот там девочка есть, Лиза. Да. Короче, выиграл на Евровидении наш российский. Дима Билан? Да. А значит, тут еще есть. Давай говори что-нибудь, какой-нибудь, что-нибудь. То ли басни он сейчас... Крылов? Нет, ну писатель или кто, не знаю. Не русский? Наш русский. Какие года-то? Щедрин? Салтыкова-Щедрина? Я забыла, девочки. Некрасов. Некрасов, он что-то писал. Ну, стихи. А вот строим, кто это там? Лукас, Джордж Лукас. Это актер. Джордж Лукас? Не знаю такого. Не снимай мне, пожалуйста. Вот она! Опозорилась. Джордж Лукас. А кто он? Где он снимался? Я не знаю. Я такого не знаю. А что вы тогда говорите, что это актер? Может, это не актер? Нет, это актер. Но я тоже не сказала бы, где он снимался. Кто он? Я звук знаю. Агент 07. Нет, что-то за закатом. И рассветом. Вот это Денечка. Ты что было? Да, короче, Денечка у тебя, на. Как она говорила? Сама-сама. Не плачьте только. А какой праздник у нас? День народного единства, да? Ну, вот этот праздник, который отдыхной. Школа. Не знаю, я, конечно, понимаю, что тяжелее то, что... Это такое крутое выражение. С педой мы говорили плохо о девочке. Эмоции, переживания, игры. Вот, всем понятно. Ну, конечно, да. Джордж Клуни. В общем, первое, эмоции, это выражение. Ужас. Это выражение в школе. Ну, можно в школе употребить в жизни. С праздником. Нет, первое мы говорили. Это вот я буду каждое как бы... Давай. Эмоции, мы уже это говорили, это чувство. Счастье, да. Чувства. Потом разум или... нет. Ум, мозги. Еще вот... Знание. Мышление. Вот как бы, когда конкретно делаешь... Конкретно... С умом. Вот вы сказали. С чувством. С толком, расстановкой. Да. Да? По сказульке, да, да, да. Петуха, давай дальше. Что дальше-то? А, девчонки, танцуй теперь! Два, опять что ли? Это сложно. У них там дискотека, да? Лика, ты должна первую часть, а я сзади. Если мы даже уже не танцуем. Да. Школа, тема школа. Я начало, ты конец. Я боюсь, плакать буду точно. А там они что включают? Тоже телевизор? Какой-то колонка. Я уже конец внимательно слушаю. А я начало. А что тема какая? Школа. Овцы жжет. Жжет. Тоже. Жиловес
что ж. Давай еще раз. Сетва в конце. Тождественно. Слушай, я вот так тогда пишу себе на колено. Мамочки! Эй! Слезь! Давай сложное выражение. Лёха? Ну, я вас сейчас! Получается, мы берём путёвку и едем не за шубами, а кушать. Её называют... Ну, вот эту поездку называют... Гастрономической... Да? Гастрономический... Поездка? А как? Тур? Да! Гастрономический тур? Я такой момент был, думаю, что тур. Кушай, кажется. Ну, а второе будет... Еда, я люблю тебя. Пятница. А? Пятница. Пятница. Еда, я люблю тебя на пятнице показывают. А-а-а! Да не ходят, жрут и всё. Кстати, я снимаю и выключаю. Мама! Открыть! Нет! Нет, в коридор выйти танцевать. Сейчас пойдем, да? Да, да. Вот у меня. А у тебя там нельзя паузу ставить? На прямом эфире? А у тебя можно? У меня нет в соцсетях вообще. Короче, ты очень крутая. Как ты так же? Ты существуешь, да? Существую. Да ну прикольно же. Так ей не надо это и все. А я только этим живу, мне это надо. У тебя работа связана. А я если 5 минут не посижу, минута рекламы. Минута рекламы. Чего, почему минута рекламы? Она будет лепить сейчас. Лепить? Может, ты выпить поешь? Может, расскажешь? Не надо пить. А что танцевать? Я рассказать не смогу, потому что там это... Почему? Там много слов, которые... Там даже на английском написано, я даже не знаю. Я думаю, ты лучше слепишь. Я думаю, да. Давай хотя бы время засечем. Так, сори, факт снял очки. Все, понесло. Ничего. Все, пошло. Все. Шарики. Я тоже мало вижу без очков. Это снеговик. Это Новый год? Нет, снеговик. И все, что ли? Вообще какие-то на шестерку, детский сад вообще. На шестерку уже вообще можно убирать. Если бы вы смогли пройти слова эти, я не знаю. Нескафе можно, да? Нац можно. Остальное. Вот Вейджин. Вейджин Вилс. Вагон Вилс. Это что-то какая-то вилла. Вилла?